Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас заказ фикс прайс в приложении. Вот такая вот коробочка. Итак, поехали. Почему именно в приложении? Хороший вопрос. Потому что фикс прайс был идти неохота, полезла на сайт. Я на сайте уже делала заказы. И забирала потом этот заказ из магазина. А здесь решила посмотреть приложение, потому что раньше приложение Fix Price было только со скидками, там нельзя было выбрать что-то и заказать, а сейчас такое есть. Мне понравилось. На сайте был ассортимент гораздо меньше, чем в приложении. В основном там было написано, это можно купить в магазине, и только какая-то маленькая часть товара была у них на заказ. В приложении побольше выбор, но не скажу, что тоже такой же в магазине, как в магазине, но побольше. Так, давайте открывать уже коробочку и смотреть. А, кстати, про доставку. Там несколько видов доставки. Можно было бесплатно тоже забрать в магазине. Я выбрала Boxberry за 99 рублей. Она обошлась мне, эта доставка. И что-то она прям была дней через 7 после заказа. Я так расстроилась по факту. Потом, когда Boxberry мне прислали планируемую дату доставки, думаю, ничего себе, неделю ждать. Хотя можно было бы одним днем съездить в Fix Price. Но по факту они привезли через день. Поэтому, в принципе, нормально. Единственное, что коробку как будто по пути кто-то грыз. Видите, девчонки, какой косяк. Вот. Ну все, давайте вскрывать. Буду все по порядку доставать. Сверху здесь лежала вот такая вот накладная. Здорово. Список у меня большой. Здесь к школе есть какие-то вещи, есть какие-то интересные бьюти-новиночки. Так, поехали. В самом верху лежала туалетная бумага Дева. 199 рублей. Девчонки, это трехслойная. Я только такой пользуюсь, либо... Как же она называется? Господи, тоже фикс. Ну, в общем, трехслойный. А здесь сколько у нас рулонов-то получается, господи, не написано даже. В общем, 12 рулонов. 12 рулонов, 199 рублей, мне кажется, это вполне себе дешево. А на хороших скидках такая цена бывает магнит косметик. Смотрите, как отдельно упакованы некоторые компоненты. Я заказала ваниш. Сейчас я это все вскрою и вам покажу. Я брала как-то ваниш очень давно. Обычный такой жидкий. Сейчас, так как стираю порошком фаберликовским сухим, решила отбеливатель взять сухой. Здесь, кстати, вместе запакованы паштет, отбеливатель и крем, что ли. А, нет, мыльная краска. Мыльная краска мне понравилась. Я никогда ее не брала в фикс и решила, что дочери будет интересно с ней поиграться в ванной. Сейчас посмотрим вообще, что это такое. 77 рублей стоит вот этот вот пятновыводитель плюс отбеливатель. Ваниш, да, в фиксе. Девчонки, кто пробовал, напишите. Мне захотелось попробовать, потому что сейчас летом на белых, на цветных вещах бывают такие пятна, которые не выведешь, к сожалению, потому что ребенок и... на траве играет и так далее. Но интересно, на самом деле, в следующем видео обязательно с вами будем тестировать. Попробуем какое-нибудь сложное пятно вывести, получится, не получится. Попробуем по инструкциям. Интересно. Я брала давно жидкий, он мне не нравился. Но сейчас вроде как хвалит и решила повторить. Голос. Так, дальше, девчонки, паштет печеночный. Взяла коту, попробовать будет, не будет. Не знаю, он стоит 18 рублей. Если будет, хорошо. Так, и вот у нас мыльная краска. Мыльная краска у нас с вами стоит 55 рублей. Это такой тюбик стандартный, как крем для рук, да? 75 миллилитров. Смотрите, вот так она выглядит. Это Алиса. Веселое рисование для детей. Гипоаллергенно желтый цвет. То есть там даже если есть какие-то другие цвета, то на сайте выбор не предоставляли. Для купания детей. Не только мыться в ванне, но и почувствовать себя художником. Знаете, что-то типа Вейвен такое было, вот с миньончиками серия, мне кажется, что-то вот наподобие. Она средство для купания, то есть ей можно мыться, а также можно наносить на кафель и поверхность ванны. Она легко смывается водой, не оставляет следов. Я вам тоже потом в следующем видео, смотрите, здесь зафольгировано, покажу, когда дочь моя с юга приедет, и мы с ней все эти гаджеты потестируем. Пахнет жвачкой, баблгам прям. О, ярко-желтая такая. Прям ярко-желтый. Ну, посмотрим. По консистенции похож, кстати, вот на такую же вещь от Эйва. Так, дальше, девчонки, взяла вот такие магнитные закладки для школы. Вот как они выглядят. Смотрите, в упаковке они вот такие вот разные. Овальные. Это получается у нас пони. Да, по-моему, пони. Или единорожки, да. Разные такие единорожки. И на другой стороне они тоже вот такие вот. Другие. Не такие, как с этой стороны. А, нет, такие же, да. Одинаковые. То есть с этой и с той стороны одинаковые. А закладки магнитные у нас с вами стоили... сейчас найду. 77 рублей. Их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Вот как они выглядят. Обычные такие, да, уголком. Чпок. И у нас закладочка с вами сработала. Классный. Школу. Так, купила еще коктейльные трубочки. 99 рублей набор. А у меня дочь с ними играет, с мыльными пузырями. Разные опыты, поэтому пусть будет.
Они, да, 99 рублей. Захотела, девчонки, обновить вилочки, ложечки. И мне понравился на сайте от Kitchen вот такой вот дизайн. Это Kitchen у нас, да? Смотрите, здесь под, как сказать, под мрамор, что ли. Вот такая светло-зеленая с вкраплениями серыми, с точечками. Вам, наверное, плохо видно точечки. Вилки очень легкие. Классно. Вот так они выглядят. Я надеюсь, прослужат долго. Не вытаскиваются они? Нет, они оттуда не вытаскиваются, сидят плотненько. Сами вилки, ну, как бы обычные. Не сказать, что сильно плотные, да, толстый металл, но и не тоненький, нормально. Вот такие три вилочки. Вилки у нас были по, так, по 27,51. И дальше у меня еще ложечки столовые, ложечки чайные. И ложки столовые и чайные, все по 27,50. Только, к сожалению, не было уже вот в таком вот цвете. Светло-зеленом, да, светло-оливковом. А ложек, к сожалению, не было... Вернее, вилок. Вот в таком вот, в бежевом. То есть мне комплект собрать не получилось. Все равно, как я не хотела, девчонки. В общем, вот чайная ложка тоже от Kitchen. Они достаточно большие, кстати. Здесь уже такой бежевый цвет под мрамор. Тоже такие вкрапления серенькие. Достаточно легенькая тоже ложечка. Как бы все нормально. Нареканий никаких пока нету. Вот такая вот чайная. И всего по три тоже. И вот такая вот столовая. Ну, для сравнения размера, да? Kitchen, оторвалась уже сразу. Ну, вроде как держится. Хочется мне обновить старые ложки, все вилки повыкидываю, потому что они уже старые. И вот такие вот симпатичненькие поставлю. Так, дальше, девчонки, я заказала вот такую вот пилинг-скатку от Sedo. С лимончиком. Там было с лимоном и еще с чем-то. Так, пилинг-скатка у нас с вами стоит 77 рублей. Она у нас, по-моему, с кем? Да, с аха-кислотами. Сейчас как-то, я, знаете, хоть и еще солнышко жарит. Ого-го, как все равно... кислотный уход делаю. Потому что моя кожа не подвержена пигментации, пигментным пятнам. Они у меня вылезли во время беременности, да, гормональные именно. Я все лето не применяю SPF, абсолютно, отнюдь. Я хожу в солярий, у меня новые не появляются. Но те, что есть, они как-то пока не собираются исчезать. И я сейчас интенсивно делаю кислотный уход, поэтому взяла вот такую вот скаточку с кислотами. Осветляет и освежает цвет лица, нормализует работу сальных желез. Лимонная кислота здесь в составе, она отшелушивает, выравнивает рельеф, делает поры менее заметными, сглаживает рубцы и следы постакне. О, как интересно. Носухой очищенную кожу лица, нанести небольшое количество средства, через 1-2 минуты помассировать, то есть дать поработать, потом помассировать до комочков и смыть теплой водой. Будем с вами тоже обязательно тестировать ее. Ой, какой интересный флакон, смотрите. Ярко-зеленая и какая-то очень-очень густая. Такой дозатор носик. Будет хоть выдавливаться, давайте посмотрим. Такой, знаете, желе. Но у Сейдо прозрачный, это тюбик зеленый. У Сейдо либо хороший продукт, либо вообще отстой. Давайте попробуем. Не, ну нормально, слушайте, не кусками, потому что были у них такие гели, которые кусками. Нет, распределяется, на коже тает. Ой, и сразу комочки. Смотрите, вот видите, на пальце комочки, сразу комочки появляются. По аромату еле уловимая, кстати, одушка. Могли бы сделать аромат лимонника, но нет, здесь какая-то еле уловимая парфюмерная одушка. Вы прям большие наскатались тут такие, смотрите. Ну, вроде ничего, работает. Посмотрим, девчонки, с вами на лице. Попробуем потом. Такие катышки прям. Ого-го, какая у меня грязная рука была. Какие у меня были грязные поры на руке. Еле уловимая душка приятная. Ничего такого вот отталкивающего нет. Так, дальше, девчонки, взяла вот такие вот крышки. Маленькие крышки, эластичные. Они были в трех размерах. L, M. Четыре штуки здесь даже. Ой, я почему-то думала три. Я взяла размер S, самый маленький, потому что мне для банок нужны. А у меня есть банки, но нет крышка. Так как я сейчас занялась вяленьем помидоров, я вам недавно во влоге показывала. У меня почему-то банки есть, а крышек нет. Куда они подевались, все не знаю. Набор крышек 77 рублей. Так, давайте я вам покажу размеры, чтобы вы понимали. То есть эска. Эска, вот они. Раз, два, три, четыре. Слушайте, я думала, они все будут разного размера. Смотрите, одна крышка с какой-то полосой внутри, как будто ее заклеили. А ее и заклеили. Слушайте, был брак крышки, а ее заклеили. Видите? Это у нас Kitchen. Да, Kitchen, конечно, балуется. Остальные нормальные. В общем, это эска, как она растягивается. Ну, вот, в принципе, на любой размер банки. Да? Вот. А баночки, слушайте, очень здорово, хорошо. Вот мне для этих целей они, в принципе, были и нужны. Так, дальше. Взяла вот такие интересные, так красиво выглядит, хочется прям куснуть. Набор ластиков, который называется Bubble Gum. Они в виде жвачки и таких пастельных красивых тонов. Так, набор ароматизированных ластиков. Здесь 4 штуки, они большие. Так, набор ластиков. Сейчас с вами найдем цену.
55 рублей. Слушайте, ну давайте вскроем. Тут зип-замок, кстати. Дочь не обидится. Зип-замочек у нас. Так. Какие 4 штуки? Почему 4 штуки? Или здесь 10? А сзади написано 4. Странные какие. Смотрите. Вот они. Ой-ой-ой. Розовенький. Я бы не сказала, что они ароматизированы. Еле-еле-еле-еле. Можно не почувствовать. Фиолетовый. Да ну? Не знаю. Не пахнет ничем практически. Зелененький, ментоловый такой. Мятный. Не знаю. Резина и резина. Беленький. Всего по 2. Ничем они не пахнут, девчонки. Это все развод. Никакие они не ароматизированы. Но я их и не брала, потому что из-за того, что они ароматизированные. Здесь, кстати, спереди не написано. Просто Bubble Gum набор ластиков. Вот эта наклейка гласит, что они ароматизированные. Их 10 штук, а на наклейке 4. Мне кажется, это что-то вот они напутали. Так, и еще голубенькие вот такие вот. В общем, здесь штука, ничем они не пахнут. Но они сами по себе такие прикольные, такой прикольной формы. Как кусочек мыла, что ли, маленький. Ну, такие классные, как жвачка. Интересно, мне кажется, дочери понравится, пусть играется. Две тканевые масочки взяла по 55 рублей. Это Samsung. Она вот такая вот, алоэ. И вторая у нас с вами омоложение сияние кожи. Написано Made in Korea. Антивозрастная маска. Скорее всего, они, девчонки, отправятся в Beauty Box. Потому что у меня уже, в принципе, наполнение такое стоит большое. Скоро надо будет обязательно нам с вами устраивать розыгрыш. Вот такую линейку взяла для дочери с нескользящим покрытием, девчонки. Она стоит 55 рублей. Я думала, она поменьше. Она, блин, 30 сантиметров. В пенал она точно не влезет. Ну ладно, будем так класть в рюкзак. Вот как она выглядит. Линейка с антискользящим покрытием. 30 сантиметров. И оно действительно антискользящее. То есть вот эта вот часть розовая, она силиконовая. Она не снимается никогда. Вот сзади, смотрите, даже такие пупырки есть. И спереди, и сзади у нас с вами есть нумерация. Очень, кстати, добротная, хорошая линейка. Вообще супер. Мне нравится. Чтобы ей было удобно, так как она еще не сильно привыкла пользоваться линейкой. В первом классе они ей пользовались редко. Да, и когда она прикладывает, она у нее все равно ездит по тетрадке, по листам. Мне кажется, вот эта вот вещь очень удобна. Особенно для там первоклашек, второклашек. Здорово. Такая линейка. Так, потом взяла скатерть. Сейчас прям заменю на кухне, потому что у меня там не под цвет лежит. 149 рублей, это ПВХ, я всегда такие беру, их не жалко, как бы потом выкидывать, если порежется, порвутся и так далее. Вот в такой вот расцветочке, здесь не знаю, что скатерть колорит с бейкой, размер 135 на 110. 149 рублей стоит вот такая вот скатерочка. А, и здесь, да, по краям есть вот такая вот, да, белая беечка пришита она. То есть края обработаны. Спасибо. Взяла вот такую вот пилочку для ногтей. Это у нас Зингер, 55 рублей она стоит, потому что моя уже что-то пришла совсем в негодность. Сейчас мы ее с вами вскроем, посмотрим, какая у нее жесткость. Вот здесь написано должно быть 150 на 220. Я не сильно разбираюсь, поэтому в основном всегда беру наугад. Ну что ж делать. Она прям жесткая такая. Наждак с обоих сторон одинаковая. Ну-ка, посмотрим. Я в основном такие пилки использую не только для ногтей, но и для кутикулы. То есть вот кутикула сохнет, и пилочка ее очень удобно на самом деле спиливать, чтобы поаккуратнее пальчики выглядели. Ой, нормально. Нет, вот прям самое оно для кутикулы. Ой, как здорово. Прям самое оно, очень хорошо. Я думала, она будет такая сильно жесткая. Не-не. Прям прекрасно, нормально, замечательно. Пилочка классно, рекомендую. Мезороллер, девчонки. Мезороллер с Фикса. Вот это вот марки их Lovely. Для массажа лица 1,5 миллиметра здесь иголочки. 540 игл. На обратной стороне есть инструкции по применению, как его использовать. Да, по массажным линиям у нас, в принципе, все это делается всегда. Противопоказания: травмированная воспаленная кожа, кожные заболевания, псориаз, атопический дерматит, герпес, склонность к аллергическим реакциям. Мне очень стало интересно. 149 рублей это прелесть стоит. Сейчас посмотрим с вами. Потому что, ну, в кучу бросить, чтобы к своим массажерам, да, потому что массажеров дома тьма, но ни одним практически не пользуюсь, рука не тянется. Такой легенький. Ой, иголочки чувствуются, прям, слушайте. Ой, как чувствуется. Мне кажется, мне понравится. Вот это дело мне понравится. Прям покалывание, слушайте. Прям такое себе. Нехилое прям, ой-ой-ой, я бы сказала. Вот декольте прям, ой-ой-ой, как колет. Там кожа понежней. Слушайте, ну прикольно, буду делать в следующем видео. С вами тоже потестируем после сыворотки какой-нибудь, наверное. Используем этот мезороллер. Так сделан вроде добротно, правда, скрипит при использовании. Слышите? А так ничего, прикольная штучка. Так, поехали дальше. Девчонки, купила своей
старшенькой. Она у меня давно просила, я их нигде не видела, тут увидела. Это вот такие вот ролики на ботинке. То есть это два колеса, грубо говоря, которые одеваются на ботинок вот так, да, и на них катаешься. 249 рублей они стоили, я их хочу на день рождения подарить. Блин, лицо колет. Здесь максимальная нагрузка 60 килограмм, имейте в виду. Они были разных цветов на сайте, выбор предоставлялся. Вот как это выглядит, да? Вот. И она у меня просила, я решила ей подарить. Мы ей купили вообще подарок смарт-часы, такие достаточно хорошие, дорогие, чтобы... В школу она у меня уже ходила одна, и я ее могла отслеживать с видеосвязью, по видеосвязи разговаривать, подслушивать с функцией прослушки. Вот. И вот этот подарочек тоже подарим. Я люблю ей подарки прятать, потом она ходит по квартире, ищет горячо, холодно. Я вам сейчас покажу, что они из себя представляют. Потом, когда она приедет, я вам в каком-нибудь из влогов, я вам покажу, как это вообще все дело работает, как она на них катается. Я брала вот такие вот красные с оранжевым. Мне кажется, они светятся. Да, здесь есть лампочки. Потому что я помню, что на сайте они светились. Да, здесь есть лампочки, то есть они светятся разноцветными огоньками. Достаточно тяжелая такая конструкция, хочу сказать, такая увесистая. И ремешок, который сверху просто на ботиночек, да, на кроссовочек одеваем. И вот так чпок. А, и вот сюда задеваем. Во, вот сюда задеваем. Вот так, опа, все держится. Это у нас, наверное, тормоз, я так понимаю, сзади. Нет, да? Ну-ка, как здесь нарисовано? Да, этим назад. Это то есть, если хотите затормозить, вот так ножку хоп, они уперлись в асфальт и все. Потому что, ну, прикольная такая штука. Вот как выглядит. Приедет, оденем, с ней покатаемся, посмотрим, вам обязательно покажу. Дальше ей же взяла цифру 8 на тортик. Не помню, сколько стоила цифра 8. Ну, там разные были, какие вам надо, в принципе, такие и выбираете. Сейчас найдем, сколько она у нас стоила, цифра. Так, вот на 27,50. На тортик. Нам исполняется 8 лет. Такая смешная. Взяла вот такую вот маску для глаз. Я их не видела, кстати, в магазине Фикси. Будем с вами тоже тестировать. Она у нас замораживается, а потом на глазки. А еще можно разогревать в микроволновке 20 секунд для расслабления или подготовки ко сну. 20 секунд в микроволновке. А для снятия отеков и усталости 30 минут в морозилке она должна полежать. То есть она такая гидрогелевая. 77 рублей она стоит в таком вот пакетике. И... Блин, я думала, она маской. Слушайте, а это просто кружочки. Я думала, она будет прям маской целиковой. А это кружочки такие. Вот они, кстати, с разными картинками там были. Я выбрала вот такие вот авокадо. Вот так вот. Класс. Мне кажется, я не буду хранить в морозилке, я буду хранить в холодильнике вот эти вот кружочки. И по утрам, в принципе, можно вот так прикладывать. Классно на самом деле. Раньше я частенько с утра применяла лед на кожу, да, просто лед или лед с морковным соком или с какими-то травками протирала. Это лучше любого тоника. Мне кажется, вот эта вещь тоже зайдет. Посмотрим. Так, купила упаковочную бумагу, чтобы упаковывать все подарки. Они ее, блин, согнули. Ну, в принципе, ничего страшного. В виде пончиков. Такая упаковочная бумага большая, смотрите. 50 рублей. Метраж 70 на 100 сантиметров. 70 на 100, да. Вот. Ну, нормально. На все подарки не должно хватить. У нас их 3. Взяла вот такую папку на шнурках. 149 рублей. Это нормальная цена для такой папки. В школу на труды, на рисование носить что-то. Она, то есть, ее можно взять за ручку, и она еще на молнии такая, довольно удобная. Яркая, с котиками, прикольная. И вместительная. То есть, в принципе, все влезет. Там краски, да, баночка или для трудов. Молния такая хорошая, плотненькая. Такая вот симпатичная папочка, 149 рублей. Так, и что у нас еще с вами? Да, вот остался предмет, по-моему, один, девчонки. Это соусница. Сейчас распакую, покажу. Смотрите, как упаковали, чтобы не разбилось. Даже с трудом поняла, что там. 27,50, вот эта прелесть. Это тоже китчен. Вот такая вот милая, в форме листочка, что ли, да? И внутри, даже нет, как клубнички, в форме клубнички. Внутри, потому что есть такие ямочки. Видно вам, нет? Такие вот внутри ямочки. Достаточно такая тяжелая соусница. Прикольно. А здесь просто гладенькая. Соусы я люблю, а соусницы, именно вот соусницы, у меня ни одной нет. В маленьких таких мисочках развожу, навожу. Хотелось вот именно такую. Но прелесть, соусница хорошая. Так, ну вот и все, по-моему, девчонки. Да, цены я вам все озвучила. Получается, у меня здесь на 2,129 весь вот этот заказ. И все нужное, и все то, что давно хотела, в принципе. Будем с вами всякие бьюти-гаджеты тестировать в следующих влогах. И обязательно вам покажу ролики в использовании. Ну, а если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Пишите, заказывали ли вы когда-нибудь через приложение Fix Price. Как вам? Понравилось? Нет? А я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.